Вот сегодня вот уже в этой студии слово «Европа», наверное, прозвучало там в каждом практически предложении. Но действительно в Европе, при европейском подходе, спрашивают мнение у громады. Вот тот вариант, который я предлагал в честь Днепра и святого апостола Петра, да, это же на самом деле уже был вариант, последний вариант от безысходности. Первый вариант, который мы предложили прошлым летом еще, это принять закон о проведении местных референдумов, четко обозначить, какие вопросы могут рассматриваться на этих референдумах. Там вопросы названий, вопросы градостроительной политики, небольшой круг вопросов. И на местных референдумах, чтобы сами люди, чтобы каждый из людей имел право высказаться, как будет называться их город или их село. Я внес этот закон еще прошлым летом, но тем не менее он заблокирован и он не выпускается в Верховную Раду.